Как вы будете проводить свой отпуск? Свой отпуск я буду работать, детей собираюсь отправлять в летний лагерь, так как вышел новый указ от президента. Постараюсь их отправить старшего в Анапу, а детей у нас здесь по привычке чайка или мечта. Они очень любят посещать наши Коми лагеря. На даче, потом в деревню к себе поедем. Вообще я езжу на юг, на родину. За городом на даче. В деревне. У родителей. Я буду работать. Вообще не будете отдыхать? Вообще не буду отдыхать. Поеду на море. В Абхазии уже билеты купили. На работе. А отдыхать? В бухгалтерии у нас. Такая специфика работы, что приходится как-то так. А мы улетаем отсюда. Отдыхать немножко по делам. Не знаю, как обычно. Поеду, наверное, домой. На родину. Отдыхать будете? Ну да. Отпуск. Поеду в отпуск. На поезде. Я еще не знаю. С детьми отдыхать будем. На шашлыки пойдем, на дачу и все. Левый берег Печоры, правый берег Печоры, либо Сысолы, либо еще чего-то. Ну, в таком духе. Я уже в отпуске. Отдыхаете? Нет, на работу вызывают. Я на пенсии. Я в постоянном.